поскольку мы часть помещения выделили дополнительно депутатскому корпусу для их эффективной работы, у нас есть сложности с размещением наших управлений. Поэтому давайте мы пойдем таким путем. Часть управления исполнительного комитета Гагаузии будем размещать по другим населенным пунктам автономии. Гагаузия должна развиваться комплексно, слишком много чиновников здесь, в Камрате, накопилось. Они уже меняют замки и уже спорят за помещение. Так вот, чтобы этого не было, главы районных администраций, Бузаджи, это в ваших интересах, господин Сары, это в ваших интересах. Определяйте населенные пункты. Если примар Кангаза говорит, я выделяю помещение для размещения управления, принимаем решение, Башкан издает постановление, переселяем это управление в Кангаз и немножко давайте здесь, Гагаузия должна развиваться комплексно. Пожалуйста, находясь там поближе к населению, в этом населенном пункте, больше людей туда будут ходить, больше этих чиновников будут теребить, и они будут больше делать для того населенного пункта, в котором расположено это управление. Я готов к этому. Мы идем на это. Поэтому изучите, Валерий Федорович, и подготовьте, Валерий Федорович, предложение. Я подпишу постановление, которое обяжет всех этих чиновников разместиться там, где они принесут максимальную эффективность. Если надо будет, 5 начальников управления будут сидеть в одном кабинете. Если понадобится, подготовьте эти предложения до конца недели. В следующий понедельник я подпишу это постановление.